Продолжаем. Помните того учителя с Урала, что добился переноса празднования Дня Победы с 8 на 9 мая в своем селе? Так вот, директор школы с этой датой не согласен. Он уволил преподавателя. Андрей Хохряков ушел в отпуск, а по возвращению на рабочее место его обвинили в прогулах и вернули трудовую. Вас не было? По какому именно? Это... Ну, это рабочий день. Рабочий день. По поводу одного из дней, я сейчас дату не скажу, но я находился на экзамене, на едином государственном экзамене, которым являюсь организатором. Мне какая разница? Вы у нас работаете или нет? Вы знаете, что все учителя привлекаются для проведения государственного. Сам Андрей Хохряков убежден, что настоящей причиной увольнения стали не пункты Трудового кодекса, а его неудобная принципиальная позиция. День. Я хочу, чтобы мои дети, обучающиеся в этой школе, посещали митинг и поздравляли наших ветеранов именно 9 мая, как это делал я в свое время, обучаясь в этой школе. Эта школа является моей родной, и мне не безразлично, что здесь происходит. Я являюсь жителем этого села и вправе требовать законных соблюдения прав в отношении моих детей в том числе.